Сегодня кино начинаем с палочек вертикальных. На вчерашний наш каркасик. Так, раз, два спереди и четыре сзади. Так, внутрь чуть-чуть скос, конечно же. Здесь и крыша тоже скос. Продолжаем дальше. Все, сборка каркаса на сварке из 6-миллиметровой стальной трубки завершена. Сейчас будем подчищать, разберем и так далее. Вот такой каркасик получился. Сейчас будем все подчищать.